Сегодня в рабочем поселке Сузон побывала комиссия из областного центра. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов лично инспектировал стройплощадки, на которых возводят социально значимые для района объекты. Все подробности далее. Четырехэтажный дом на 45 квартир. Строят по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Там новоселье должны отметить не только сузунцы, но и жители села Бобровка. 9 семей из села Бобровки и остальные семьи из рабочего поселка Сузон. И мы понимаем, что у нас на сегодняшний день все заявки уже исчерпаны по рабочему поселку Сузон. Мы сейчас вновь возобновили актирование комиссии жилья, которое будет признано аварийным, и вновь планируем участвовать в этой программе. А здесь будет станция водоподготовки. Проект стоимостью 56 миллионов рублей. Объект федеральный, поможет обеспечить жителей рабочего поселка чистой питьевой водой. 8 скважин, каждая дебитом порядка 25 кубометров в час. Мы предполагаем, что после сдачи подрядчикам этой технологии мы получим воду чистую, хорошую, которую можно будет пить без боязни того, что в чайнике будет много накипи, зубы пожелтеют от марганца, железа и так далее. Работы по устройству площадки из резиновой крошки. А это уже итоги работы в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Во дворах жилмассива тротуары, дорожки, озеленение, новые детские площадки. По поручению губернатора с текущего года у нас активно включилось в работу наше подведомственное учреждение. Это технический заказчик, в первую очередь по программе «Чистая вода». Поэтому сейчас мы внимательно к этому относимся. Ну и, конечно же, все остальные программы мы будем также контролировать, вести совместно с муниципалитетом. Планов на сегодняшний день много. Это и капитальные ремонты школ, детских садов, строительство и ремонт дорог. Евгения Емельянова, Виктор Федотов. Новости ОТС.